Сотрудниками полиции по громкой связи была подана команда об остановке данной автомашины. Водитель проигнорировал грубо требования сотрудников полиции и стал скрываться на данной автомашине. В ходе преследования также подключились автопатрули на данном участке. Машину, так сказать, зажали с двух сторон и вынудили прижаться к обочине и остановиться. При задержании за управлением был установлен молодой человек 2000 года рождения и два его пассажира в возрасте 18 лет, которые пояснили, что данную автомашину они выкрали путем вскрытия гаража в поселке Майкуль. Житель поселка Майкуль, владелец автомобиля, в это время спал и даже не подозревал, что его гараж вскрыт, и машина уже находится на территории другого района. У полицейских есть подозрение, что молодые угонщики собирались отогнать авто в Акмолинскую область для продажи на запчасти.